занятия, по сути дела, с одним из ветер. То есть здесь все, ну, технологию работы, мы с ней уже вам показали, вы видели, да? Так мы работаем со студентами дисциплинарно. Очень много вот такой вот точечной индивидуальной работы. Плюс к этому сразу люди обретают навыки тактильные, в том числе. Работы с оборудованием на радио, к примеру, да? Эта аудитория, девочка пятая, она используется и для, почему здесь есть выносной микрофон, и для озвучивания, ну, то есть занятия по озвучиванию, подвижу. Поэтому есть выносной микрофон. Во второй и четвертой аудитории, они отдельные, там все микрофоны только на столе. Ну, кивни мне. Скажи да, спасибо большое. Заходим. Звукарик тоже еще. Звукарик? Честно, они не работают. Ну, как говорили, не работают. Просто так, чтобы были. Ну, смотрите, я кое-что забыл сказать. Это происходит запись подводного эфира, новостей, рекламы, рубрики для тех, кто заканчивает школу. Каждый, кто заканчивает школу, записывает себе демо, которую потом, ну, демо запись делается, да, которую прямо можно использовать как портфолио, потому что все пишется профессионально, вместе с актером, кому-то он тут сидит. Ты что пишешь, да? Это финалочка? Это почему? Ну, девушка, он не волновал. Да, да. Чужие люди, я понимаю. Сейчас нам очень писать, переволнуется. Давай тогда, давай покажем тогда что-нибудь, ребята. Мы с тобой уже сделаем, да, я же говорю. Это минеральная вода. Да ладно, там написано минеральная вода. Не работаем. Найди нам, пожалуйста. Найди нам, что показать, ребята. Да, конечно, минеральная вода. Клубничка, минеральная вода. Хотите клубничку? Смотри, сейчас вот все скажут, хотим, что делать. Все показывают. Давай сажем. Юра Сажин, это наш лучший студент. Ролики, которые он был. Смотрите, видите, используются старые, известные всем ролики. У них просто убраны любимые голосы, каждый студент записывает своих. Вы увидите ролик, который наверняка знаете, записывает голос под лоск и делал Юра Сажин, который уже давно закончил телерадиоклуб. Я посмотрю на ролик, не знаю, как там это будет. Мне нужно бежать отсюда. Куда? То, что нельзя увидеть.